Наиль Абдулганиев идет по длинному коридору рекреации 15-й школы к своему избирательному участку, чтобы впервые в жизни сделать свой гражданский выбор. Молодому человеку 19 лет. В первый день голосования он изъявил желание отдать свой голос в пользу светлого будущего родного региона. По прописке молодой избиратель проживает в Димитровграде. В Ульяновске голосует по открепительному удостоверению, так как в данный момент учится в областном центре. Голосование прошло быстро, и каждый должен, наверное, прийти и проголосовать, чтобы его интересы в дальнейшем защищались. Это не так уж и сложно и не так уж и долго, поэтому каждый найдет там 10, 20, 30 минут своего времени, чтобы просто прийти и проголосовать. Также в числе первых 17 сентября на свой избирательный участок пришла депутат Ульяновской городской думы Алсу Айзатуллина. Уже много лет традиционно день голосования она начинает с посещения 15-й школы, в которой располагается ее участковая избирательная комиссия. Я думаю, каждый человек, придя сегодня на выборы, должен подумать о том, как будет дальнейшая жизнь нашей области, нашего города строиться. Вот для меня, например, сегодня, ведь у меня есть старые родители. И, конечно, я хочу, чтобы остаток своей жизни они провели в нормальных условиях, чтобы были центры активной деятельности наших пенсионеров. Сегодня есть такие центры. Лидеры общественного мнения поддерживают трехдневную форму проведения выборов. По мнению власть имущих, каждый человек в нашей стране должен воспользоваться своим конституционным правом. Во-первых, это дает человеку возможность проголосовать и в обеденный перерыв, и после работы в пятницу, а в дальнейшем в субботу-воскресенье заниматься своими делами, потому что жизнь-то идет. Я считаю, что человек уже определился. И по кандидатам в Государственную Думу, и по губернатору, и по партии. И уже в дальнейшем зависит, когда ему прийти. Напомню, жители Ульяновской области голосуют по трем бюллетеням. Первым выбирают губернатора Ульяновской области, во второй – кандидата в депутаты Государственной Думы, третьим – политическую партию. Голосование проходит с 17 по 19 сентября включительно, с 8 часов утра до 20 часов вечера. Отдать свой голос может любой гражданин России старше 18 лет. Антон Никонов и Сергей Кудаков, Улправда ТВ.